«Лада будущего» выглядит вот так. На Тольяттинском автосалоне «Мотор Экспо» АвтоВАЗ раскрывает направление развития своего модельного ряда. Главный экспонат предприятия – «Лада X-Code». Автомобиль демонстрирует новую дизайнерскую концепцию, в основе которой лежит X-стиль. Среди перспективных решений – турбомотор, полноприводная трансмиссия, а также платформа «Лада Connect», которая позволяет управлять системами автомобиля с помощью смартфона. «Лада X-Code» – это своеобразное поле для размышлений и взгляд в будущее, как будет развиваться эта линейка. В X-Code усилен элемент стиля, X стал более выраженным, это видно сразу. Шеф-дизайнер АвтоВАЗа Стив Матин признается, работать именно над этим концептом было интереснее всего. Мы постарались выразить в эмоциональном ключе нашу X-образную графику. Хотели придать автомобилю более характерный, более выразительный передок. Добавляя больше рельефности, больше деталей, новое исполнение фар и то, как мы обыграли X на передке в виде хромированной планки. Разумеется, в таком виде X-Code до конвейера не доберется. Как он изменится, покажет время. Если Lada X-Code – это мечты о будущем, то этот автомобиль уже день завтрашний. Vesta Universal Cross выйдет в производство во второй половине 2017 года. Кузов «Универсал» делает машину более вместительной, а стилистика «Кросс» повышает ее проходимость. То есть «Кросс» – это колеса покрупнее, дорожный просвет побольше. Не намного, но когда речь идет о преодолении каких-то сугробов, это очень важно. И защитный обвес из некрашенного пластика, который защищает пороги, низ дверей и арки колес. На автосалоне АвтоВАЗ показал всего 6 концепт-каров, среди которых внедорожная линейка Cross и спортивные автомобили Vesta Sport и X-Ray Sport. До 2025 года АвтоВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, «События».